И всем привет! Я, конечно, говорил, что не буду перепроходить игру еще несколько раз, чтобы посмотреть остальные концовки, но, полазя в интернете, я наткнулся на такую статью, что можно, оказывается, скачать сохранение, закинуть ее в папку с игрой и начинать все с 13 главы по новой. Поэтому я не мог упустить возможность, чтобы, ну, не показать вам остальные концовки этой игры, потому что, мне кажется, они тоже заслуживают внимания и очень интересны. Ну что ж, давайте посмотрим на них. В прошлый раз я выбирал шляпу. Выбирал шляпу, короче. В этот раз же давайте примем отвергнуть злую сущность. Это в этом случае, да? Так, тебя не станет, потому что ты не зависишь от меня. Ты меня предал. Ты разрушил мою жизнь. И этого не изменить. Поэтому ты не станешь очередной жертвой. Надеюсь, последней. Короче, типа мы второе свое альтер-эго, ну, выкинулись. Блин, ты смотри, мне даже ачивки дают, прикинь. Как ваше самочувствие? Что случилось? Почему я в больнице? И каждый день задаете один и тот же вопрос. И это веская причина сдержать вас здесь, верно? Моя жена Эмма, она... Мы говорили о вас. Сосредоточьтесь. Пожалуйста. Я с Эммой, мы ждем ребенка, и какие-то люди пытаются... Пока что ни одна из ваших теорий не была подтверждена фактами. Теории? Какие теории? О произошедшем в Блэкстоне, о произошедшем с вашей женой, и о том, что натворили они. Но я был там. Они нас фотографировали, ставили жучки. Я уже несколько месяцев задаю вам один и тот же вопрос, но спрошу еще раз. Кто такие они? Я тоже один из них. Месяцев? Они сказали промыть мне мозги? Они это красные, русские, коммунисты. Называйте их, блядь, как хотите. Идите, сраная война. Какие службы с вами связались? Погоди-ка. Кто тебе платит, ублюдок? ГРУ? КГБ? Быть может, освежит вашу память? Говорил с Дэвидом. В наших рядах советские агенты. Любой может оказаться шпионом, даже близкий друг. Или чинс. И... Тише. Возможно, она всегда мне врала. КГБ называет таких женщин-ласточками. Они соблазняют американцев, чтобы добыть информацию для словецкой разведки. Неужели любовь так сильно меня ослепила, она не признается? Но я не позволю ей дальше меня дурачить. Я сделаю то, что должен. И подделал запись. Что ты сделал с моей женой? Признавайся. Реженый жулик. Кто ты на самом деле? Эти вопросы задаете не вы, а болезнь. Мания преследования заставляет вас во всем сомневаться. Попытайтесь успокоиться и ответить самому себе, кто вы, Адам или Николас, которым назывались в прошлый раз. С кем я сейчас разговариваю? Долбанулся? Я знаю, что КГБ шло за мной по пятам. Я уничтожил ваши передатчики. И это, сука, не больница. Ты хочешь выбить из меня информацию, тебе больше ничего не волнует. Сестра, состояние пациента снова ухудшилось. Дайте ему 400 вольт. 400 вольт. Че, серьезно? Ну, в принципе, как я и говорил, да, вот видишь, сам себе, короче, колеса проткнул, шерифа мы убили, а вырез хорош. Блядь, да пипец, это тоже концовка хереновая, под... Ёлки-па... Ёб твою. Это еще хуже, чем моя первая концовка, я хочу тебе сказать, это жестче, блин, он прям ей вонзил топор в башню просто. Раздели Эмму на две Эммы. Теперь я вспомнил. Действительно? Блин, ты подожди, тут везде одни... ну, я болен. Эмма была шпионкой. Ну, хорошо.
Так, давай. Сначала мы выберем «Я болен». Эмма была виновата, невиновна. Я считал, что она работала на советы. Я убил свою жену. Я убил ее. Мы наконец-то продвинулись, Адам. Расскажите мне все еще раз с самого начала. О своей работе. И... Адам? Адама больше нет. Есть только Николас Кейдж. Закрытая палата, получена у меня концовочка. Это первая концовка, короче, которая может быть, да? Что бы это могло значить? О, мультик. А эта война закончилась. Но будут и другие. Руки, кстати, Николаса были. Ну, от плаща Николаса, короче. Конец ли? Опять-таки, да? Это словечко. Так, ну что ж, перейдем и к другим тогда концовочкам. Так. Ну и теперь, раз уж мы тогда ответили, выбрали, что я болен, теперь мы будем выбирать вариант «Эмма была шпионкой». Эмма работала на советы. И поплатилась за это. Теперь твоя очередь, ублюдок. Адам. Адама больше нет. Вот это классная концовочка. Тоже мне вот это мне понравилось концовка. Вот это прикольно. Вторая концовка. Адам убил доктора. Шпионаж, короче, овладел Адамом. Вот это было прикольно, если честно. Вот этот выбор интересный. Сейчас еще мультик должен быть. Мне интересно просто какой. Вот этот интересно. А, ну, короче, то же самое будет. Мы, наверное, будем сидеть на скамеечке. Ну да, то же самое тут. В принципе, только от, ну, от выбора вообще ничего не зависит, какой будет конечный ролик в этой ситуации, да, когда мы выбираем победить наше альтраэго. И там уже от выбора... От выбора вообще ничего не зависит, да, то есть и та концовка так и будет. То есть супруга убита, либо мы приняли, что нам надо лечиться, либо мы... не приняли, убили доктора и сбежали, и все равно оказались у себя в поместье, и Николас типа победил над нашим разумом. Вот и в принципе-то и все в этой концовке, да? Ну вот так вот. Так. А в прошлый раз мы выбрали застрелить Эмму, поэтому сейчас мы выбираем убить себя, да, то есть осознав всю весь тот ужас, который натворил Адам под действием дурных ген, то, что у него раздвоение личности и, я так думаю, все-таки шизофрения, осознав все это, он найдет силы в себе, скажем так, прекратить все эти боли и страдания. Вообще, что он там натворил, устроил сам за собой слежку, везде ставил жучки, следил за Эммой своим вторым альтраэго, прокалывал шины. И убил, как ни странно, все-таки, да, шерифа. Шерифа он убил и расчленил на куски, хотел спрятать тело.
он выберет сейчас у нас убить себя. Ну и что же будет, мы сейчас увидим. Иногда получается, что, сражаясь со злом, мы будем зверя внутри себя. Прости меня, любимая. Мне очень жаль. Знаете, концовка четвертая, конец безумия, Адам убил себя. В принципе, я, наверное, на этот раз скажу так. Я считаю, что каноничная концовка вот именно эта, для этой игры, где Адам убивает сам себя, застреливает. Вот это будет каноничная концовка. Не та, где мы убиваем свою супругу беременную. Я был неправ. Да, ну и ролик, естественно, тот же самый. Короче, типа мы приняли. Пора охотиться, да. И вот вам, пожалуй, это начальный ролик к игре Bloodborne. Охота должна продолжаться. Да, скорее всего, вот это будет каноничная концовка для этой игры, где Адам осознает все то, что с ним произошло, тем, что он нашел все записи Николаса, и он понял, кто он на самом деле. Просто убивает себя. Вот это будет канон для этой игры. Ну что ж, ребят, посмотрели еще плюс 3 концовки, по-моему, там есть еще четвертая или какая-то пятая скрытая, но для нее надо там определенные условия, что-то надо найти в самой игре, поэтому... Это можно уже точно будет посмотреть в интернете. Что ж, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, репостите. Всем пока-пока и до новых встреч.